накрыл. Ну, не накрыл, она между ног, кстати говоря, была у него. Фантастика какая-то. Меня знаешь, что удивило, честно говоря? Говорит. Перника. Атака 4-3 в исполнении хозяев. Проходит передача. И доверенного разыгрывают эту комбинацию. Где шайба? Еще один суперсейф в исполнении Исаева. Игрока авангарда произошло за воротами. Потапов сыграл минутам первого и второго периода. Я бы отметил, что у авангарда есть определенные проблемы в созидании. Налимов не смог зафиксировать шайбу. И там на добивании находился Грег Сквайр. Ну вот шанс забить. Добивание! И Лангхаммер! Какие-то чудеса! Реакции показывает, а сам последний момент еще и защитники помогли. Да, великолепное спасение. Рядом со штангой пролетает шайба Руденков на Йордана. Йордан дальше направо. И опять подправление. И вы знаете, ой, какой момент у Пьянова. И там и защитники, и Красоткин творят чудеса просто. Должен был Пьянов дубль делать. Бригада мужества выпускает по площадку Никитин. Уже давно привыкли, да, что в этой первой бригаде большинство Капризов и Григоренко, но нет там В. Вместо него Шелунов, и он едва эту шайбу не заводит за ленточку. Григоренко. Блокируется этот бросок. А вот еще один. Ну и здесь Красиков совершает какое-то невероятное спасение. Было добивание от Гусева, и Красиков находился уже без клюшки, но тем не менее шайбу себе забрал. Вот он, бросок Белова, и вот шайба у Гусева. Не удалось первому касанию.